в общественных местах и при проезде в городском транспорте необходимо пользоваться масками и перчатками. Берегите себя и окружающих. Дорогие москвичи, из-за тесного контакта с другими пассажирами и длительного нахождения в транспорте существует высокий риск заражения коронавирусом. В Москве наблюдается рост заболеваемости и госпитализации. Управление Роспотребнадзора по городу Москве просит: носите маски и перчатки, соблюдайте дистанцию и пользуйтесь санитайзером.